Привет, друзья! С вами Ярик Лапа, мистер Фредди Кивика, и сегодня мы будем играть в прятки в нашем стиле. Всем привет! Всем привет! Привет! Ха-ха! Ха-ха! Ну чё? Сейчас буду все кромсать! Сейчас буду! Ты смотри, какой! Ах ты дерзкий! Ты куда вообще пошел-то? А ты смотри! Так! Раз, два, три! Я иду искать! Уже? Да, Вика! Давай, Вика! Вперед! Так, прошу вас, шифтики по несколько раз проверяем и, как положено, прячемся. Все, я смотрю вверх. Да. И вперед! И куда же мне спрятаться, по-твоему? Не знаю. Закопайся в бедрок куда-то. Бедрок. Это такое пожелание прикольное. Да? Это есть такое немножечко. 5 минут, чтобы найти. 20 минут. 5 минут. 5 минут, чтобы найти. Какой... Так какой 20 минут? Это мне 20 минут смысл-то, я за 2 минуты всех найду. 2 минуты, все. Так какой 2 минуты? Я пошел. Рекомендация, братва, рекомендация. Подойдите сюда, ну, к респе, ну подойдите, на секундочку буквально. Куда? Если можно, через 10 секунд подойдите, окей? Там, ну есть, на пару слов, серьезно, ну, что? Что, не друзья или что? Давай. Подожди, ты уже вышел? Да нет, ну сразу говорю, времени мало осталось. Так, 5 сек. Давай. Ну я смотрю вверх, если вдруг кому-то нужно там лишних пару секунд, говорите. Говорите, конечно же, говорите. 3, 2, 1. Скажите, что вы все нажали shift и все спрятались. Да. Точно? Да. Точно, бо я еще смотрю вверх. Shift-ик перепроверили? Да. И я опускаю голову. Нажимаю сюда, нажимаю старт, 5 минут и вперед! Давай! Вперед! Так, я в воду попал. Уже. Так, мячик выбрал. Мочи. Смотрим, здесь нету. Нету. Дальше. Нету. Дальше. Так вот, смотрим. Что там здесь? Нету. Наверное, нету. А может, я и пропустил, и будет не очень хорошо. Ну ничего, нормально. Так, нету. Так. А может, я сейчас там буду. А может, кто-то будет, да. Mm-hmm. Сюда смотрим. Так, нету. Нету? Здесь нету и здесь нету. Хорошо. Начинаем поиски. А это что было? Нормальные поиски, это был осмотр. Тест, тест-драйв, понимаешь? Я понял. Обкатка, обкатка карты просто. Ну, типа, так, я кого-то вижу, кто-то где-то там ползает. Конечно. Это наверное, наш Ярик. Да. Лапа. В вечном поиске. Собственной персоной. Так что... Воу! Воу, солидно так упал, но нужно подняться будет посмотреть. Солидный ты такой. Так, подождите, а чё я так застрял? Вы мне скажите. Где ты застрял? А, помочь? Что такое? Это он нас так типа подзывает, чтобы мы ему помогли и сразу нашли. Да. Такая хитрая тактика, хитрая. Это талант. Хитрить? Угу. Он уже где-то возле нас, мне кажется. Он так молчит, а потом только бац и есть. Коварный он такой, да. Так, все. Увлекся я чё-то одним местом. Перепортнулся в другое. Ладно. Так. Так прикольно наблюдать. Бегом. Так, сюда. Туннельчики эти, все, туннельчики. Это что такое? Это как-то несерьезно. Нет, сюда. Нет, там, главное не запаниковать. Да. Попал он где-то. Да. Так, здесь нету. Хорошо. Или нехорошо. Так, подожди. Нет, запутался! Как так можно запутаться от несерьезно? Какой прыгай? Куда прыгай? Прыгай. Просто куда? Прыгай. Так, подожди. Где он? Я его... Честно говоря, я вообще ничего не вижу. Не то, что его. У меня темнота такая, нет, кромешная. Нет, пока не нужно. В любой непонятной ситуации прыгай. Даже когда все понятно, все равно можешь прыгать. Так. Повеселишь немножко народ. Прыжками. Ну, как успехи? Нормально, все, чики-пуки. Нашел? Пуки-чики. Нашел, всех уже нашел. Какие еще пуки? И какие еще чики? Чики? Чики с пуками.
Давай, ищи. Так, туда я не пойду. Думаю, ты там не будешь. Может, буду, может, нет. Мне интересно, где Вика спряталась. Где ты спряталась? Расскажи нам, где ты спряталась. Это что такое? О, так, быстренько, быстренько. Быстренько так. Так. Я возле тебя. Конечно. Мне такое чувство, что ты везде. Кто? Ты. Сюда, 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 сюда. Всю карту обошел. А! Ну! Есть! Есть? Есть один боец! Есть один боец! Чувствует и инициально находит. Чувствует. Так. Так, смотрим. Я, походу, отталкиваю. Вот здесь такое крутое место. Крутое такое место. Сколько там у тебя времени? Боец. Мало осталось. Так, времени. Нет! Нет, одна минута! Тону, быстренько, ну, быстренько сюда. Найди, чтобы быстренько он... сюда. Да. Быстренько сюда. Нужно здесь посмотреть. Я думаю, он здесь 100%. Утка уже близко. Так, она какая утка? Она подбежала и щипает тебя за палец. Дых ты! Подставу ты делаешь. Я? Так, ну а кто же? Ну, ничего. Я правду говорю. Какая утка летит со скоростью 20 км в час. Подбирается к тебе. Так что? Здесь нету. Да ну! Да ну. Тихо. Тихо. Так, я уже опять сюда упал. Я уже опять сюда упал. Обратно выбрался. Обратно говорю. Куда ты все время падаешь? Нет. Просто интересно. Нет. Утя, Нет, не могу пролезть. Ускорение. Ненавижу это ускорение. Ненавижу, честно, искренне ненавижу. Да. Нет! Уточка, привет. Нет! Вот и моя уточка. А где я? Как уточка не выбраться? Уточка ты. Ах ты ж уточка ты. Эй, народ, где я? А где ты вообще? Вот, я нашелся. Я сам себя нашел. Ура! Под землей где-то лазишь. Да, я в тоннеле под верстачком. Ха-ха-ха. Ты видишь, как там ползает внутри? Ты подставу сделал. Почему? Ты подставу сделал. Что, там за лавой был, да? Не за лавой. Туда сюда бегает. Не за лавой. Ты смотри. Знаешь, где я был? Где? А ты спустись, я покажу. Хочешь? Я ща дам тебе мечиком. Я тебе отвечаю. Где? Иди сюда, показывай. Вот здесь. Иди сюда. Так. Так, налево. Туда, туда, туда. И направо. Ой, да ну не хочу. Серьезно? Подожди. Так, и что, а что дальше? Куда? Ух, ё-моё! Всё, снизу. Там темно, и там ничего не видно. О, смотри, нашел. Смотри, нашел. Ну, что? Да я же говорю, нашел. Да ладно, шучу. Ну, прикольно, хорошо. Серьезное место, честно, там нереально просто. Нереально, там ничего не видно. Только наугад, разве что. Так, я поиграла на спавн. Кто ищет? А да мне все равно. Кто? Может, Вика? Нет? Да. Да? Давай. Или кто? Yes. Ну пусть Вика. Серьезно, так знаете, серьезно было. А ты где? Кто? Я? Ты. Я? Именно я? Да, ты. Да я сейчас буду на месте, нет проблемы. Да. Кнопочка. Оп! Так, сделай, пожалуйста, погоду хорошую, пока ты спускаешься. Ты спускаешься-то. Да. Дай Вике броньку. О, я спускаюсь. Ну да. О, круто. Вик. На тебе, вот бери. Кофточку. Беру. Кофточку возьми. Распашоночку. Так, мечики убрали. И, как говорится, Вика, вперед! Я ползу. Давай, ты вперед, стартуй. Прячусь. Где так? То, как спрячусь? Все, я уже ползу. Я не сомневаюсь. Так, Вика, скажешь мне таймер, не забываем. Yes. Так, yes. Куда же так спрятаться? Ну так, чтобы вообще была бомба. Прям вообще. Прям, чтобы, ну вообще была бомба. А я знаю, куда сейчас. Опять найду вас двоих, надеюсь. Как я сейчас спрячусь. Нет, не найдешь. Да ладно. Та-да. Ох, опа. Ох, спрятался. Что? Ничего, вижу просто. Меня? Ну да, на молоточек. Меня, может, нет? Я случайно, если честно. Окей, пожалуйста. Так, ну я спрятался. Да? Да. Я тоже. Я тоже.
И ждем. Я тоже. Все мы спрятались, все мы ждем Вику-карателя. Вику-каратель. Ща будет карать. Карата-демка. Карата-пацан, карата-демка. Карата-братва. Так, ну чё, 5 минут, чтобы найти. Ну чё, где вы там? Чё, старт делать? Нет, говори, когда? Ну нет, так нет. Говори. Где вы там, уже рассказывайте. Это я спрятался, может. Я б не нашел бы, если кто-то так спрятался. Честно. Нажимай утку. Старт. 5 минуточек. А в дороге. Так что в пути, так сказать. Ну чё, кто где? Мне так нравится человек, который ищет. Сначала такая паника, куда бежать, туда, да. туда. Главное расслабиться. И да, кого-то не расслабиться найти, да. И сидеть и просто пить чай. Ну, не так. Чай. И сами найдутся, да? А чё, чай тоже хорошо, ты чё, нормально, всё. Они все сами найдутся, да, чё да, там. Да. Расслабился и заснул. Времечко идёт. Ну чё, услуги вырубан. И всё. А потом такие, о, уточка, о, спасибо, будильник. И всё, да. И всё, да. Так, ну нормально, время идет. А, ну что там, рассказывай. Ты видишь, да? Рассказывай, Вика, где ты ходишь, что ты делаешь? В себе, ага. Хорошо, мы ждем. Да. Как минимум, кроме твоей, еще 2 статуи и верстачок. Мы ждем. А где ты спрятался? Где-то круто спрятался. Или не очень круто? Ну-ка. Опа-на. Да ну! Серьезно, как? Да, ты не представляешь! Она тпшнулась за мной! Как ты же в себе была! Ты же в своей статуе была! А как мне отсюда вылезти, теперь лучше расскажите. Скуда, откуда? Там же ж есть это проходик сверху. Выйди на него и прыжочек сделай. Я в шок! Да что до полторы минуты! Я сейчас убьюсь, нет. А где ты был? Я был в твоей статуе. Нет, в твоей статуе. Короче, я где-то тпшнулась, на какую-то кнопку нажала и попала к нему. Ничего себе, поворотище просто. Это было круто. Это было. Я думал точно. Ну это нереально найти. Это как нереально? Конечно, реально. Вот нереально это было у Фредика. Вот нереально это было у Фредика. Потому что я там был! И сейчас, в общем-то, я тебе скажу, тоже нереально. Ты смотри. Я тебя вижу, чувак. Да подожди, мне нужно прыжки сделать. Меня же только что покарали. Наказали тебя, да. Каратель серьезно так сделал. Это была я. Это ты сам назвал меня карателем. Я передаю привет. Вика, давай беги, старайся, смотри. Ой, да. Нет, тут мощь. Тебя точно нету. 100%. Передавай привет, Фредик. Окей. Вот или это... он там, да. Я что-то просто не могу никак достать туда. Ладно, я выхожу. Я там. Я выхожу, потому что я тут много времени потрачу. Вика, я не там. Нет. То есть я там. Не там. Где там? А, я тебя не слушаю, ты меня обманываешь. Конечно, обманываю. Само собой. Вот там, да, 100%. Я в Ярик, да, там. Там. Да. Вот там я везде. Блин, что же будет? Вот так везде. Чуть меньше 2 минут. Хотя от Вики можно ожидать все что угодно. Так я же о чем, чувак, я нормально спрятался. Там так в уголочек, так за пол все дело. Там тяжело было найти. Ща как где-то так, спрячься, а ну спрячься, ты чё, не пали контору. А чё, видно было? Ну конечно, так уже... А я отбежал от него. Отбежал сразу совсем далеко, вот смотри, за пределы карты сразу, чтобы не палить. Так, мне что-то вы не нравитесь, это ваша конспирация, Белочка. Да, ты вообще... Да я вообще за пределы карты, не хочу я палить. А, ты, я думал, это Вика, но мы не понял. Нет, я подальше, я не хочу палить никого, чтобы потом никто не обижался. Да я так не могу понять, где он лазит. Я лажу везде и нигде. Одновременно, да? Да. Так, ну чё там? Он верстаку вот там вот в этих балкончиках. А в балкончиках, да, я там. 100%. Балкончиках. Да, да. У меня свой VIP-балкон, короче. Вид на карту, на верстак. Ой, я упала. Да, ты упала. А у меня все равно есть VIP-балкончик.
Там есть же эти где-то плиты нажимные, как-то можно затепешиться на балконе. И в этом лабиринтике. Это так, чтобы ты меня быстро нашла. Окей. Что же будет? Время это идет! Чуть-чуть! 15 секунд! Что, серьезно? Да, отвечаю, чувак! Я не найду его, наверное. Я выиграл, ура! Сейчас ну уже чуть-чуть! Местить. Чуть-чуть, смотри! Его на балкончиках нету! Блин, меня нету на балкончиках. На одном балкончике тебя нет. Смотри, Вик. Сзади, смотри. Наверх смотри! Ледяное дерево. Ай, ну тебя! Смотри где! Каскадёрчик! Я там даже не искала, в принципе, это... Да я случайно туда залез, если честно. Как ты туда вообще залез? Я не знаю, как-то по верстаку, с верстака запрыгнул туда, короче, такое... Короче, махинации. Короче, давай мне... Я нашла круто. Давай мне кофточку. Так. Мы такие бедные, у нас на всех одна кофточка. Да. Так, ну что, Фредди? Раз, два, три, рыба, карась, игра началась, все. Ты чё? Да? Ты я чё? Погнала. Я погнал. Так, не смотрю. Так, прячьтесь, качественно. Сейчас мне будут мстить за то, что не нашли. И мстя наша будет очень страшная. Мстюные. Так. Банда мстюнов. Мстюны? Это уже новое что-то. Само я как бы спряталась уже, думаю, мне хватит времени. Ну. Нет, подождите, я еще не спрятался. Фредик, смотри вверх. Смотрю вверх, ты что? Смотрю вверх. Смотрю, давай. Я уже спряталась? Да ты... мы поняли. Я спряталась. Да поняли. А ну-ка еще раз, что ты? Спряталась. Да. Я думал, спряталась, а ты спряталась. Еще чуть-чуть. Тут столько мест спрятаться, а он не может. Блин, как я долго спускаюсь. Ну уже, хорош там прятаться уже. Ну. На балкончик прятаться, туда очень тяжело попасть. Так само собой. Все. Все готовы? Шифтики? Ну, не знаю, наверное. Не вижу никого. Старт. Я пошел. Пошел вон. Поставь внимание, марш. Так. Ты живы. Уах! Что это было? Здесь так мягко и хорошо. Думаешь? Ой, упал. Что-то мне подсказывает, что я был на верном пути, нет? Да что такое? Опять не то нажал, ну. А я вижу, Фрадика, вижу. Ну ничего, пока он меня найдет, пройдет 5 минут, это точно. Значит, 100% где-то на верном пути. Да, конечно, то ты что, вообще супер, да ты что. Пускай смотрит себе там, смотрит. Где давай, это? Чувак, по очереди, одна, вторая, третья статуя, верстачок. И как раз, все пересмотри сверху и будет чики-буки. Окей, так и сделаю, я думаю. Так, давай, так, может перепрятаться. Ну, есть возможность. Здесь очень много всего. О. Очень много места, можно переползти. Да что-то так подозрительно, ты знаешь? Что-то ты там куда-то не мог забраться. Я не знаю, правда, куда. Я вижу Фредика. Ты думаешь? Ну? Это вы так мстю включили? Какой мстю? Чтобы я вас не нашел? Да. Так, идем сюда. А прикинь, не найдет никого быть. Я даже знаешь, вот не рискую сейчас, например, в лаву заходить туда. Угу, 100%. Потому что, блин, тогда я зашел и просто уже не вышел. Одного нашел, а второго точно не найдешь. Ну, 50/50, если очень аккуратненько так выйдешь. Что такое? Эй, я упал. Что-то пошло не так, я упал. Так, окей. Еще вот сейчас здесь посмотрю. Здесь нету. О. Ну слава, это конечно прикол точно. Но сам хорош, больше всего мне понравилось. Нет, подожди, тихо, я не об этом. Я имею в виду насчет лавы и насчет этого темного места. Темное. Наверное, лучшие места, вот реально. Да что такое? А? Опять не то. Кнопки путаю. Да. Хоп.
Оп, как это сюда? А кто это опа? Да! Я знал, нашел? Я знал, что он не выдержит и куда-то залезет. Ну я хотел залезть куда-то. Мне, я должен, я обязан был куда-то залезть. Так, осталось. Так, подожди, мне нужно... Ну и чё, где он был? Он был на дереве. Я на дереве? На дереве? Ну как, да. Как шимпанзе. Шимпанзе? Тебя сюда занесу на то дерево. Ну как шимпанзе, стрип-скок и там. Шимпанзун. Стрип-скок, так, минута 50. Ну нормально так, слушай, 3 минуты искал. Ну да. Три минуты искал? Да, три минуты искал. Нормально, я думал, если честно, уже не найдешь. Вика? А? А, Вика? А? Ох ты, у меня 9 стаков этого. Чернильных мешков. Что, серьезно? Да. Так, ну что? Бью на угол. Миссия менялки или чернильные мешки собирать? Миссия невыполнима. А что такое? Ну я предлагаю тебе сдаваться, да и все. Нет, думаю, спасибо. Не сегодня. Минута и 10 секунд. О, так я знаю, что. Опа. Нету никого в лаве. Странно, но факт. Еще страннее, что я сейчас. А, не, не умру. Ха-ха-ха, я не умер. Сейчас. Бронька спасла. Кто? Уточка. Бронька. Так. Кря-кря-кря-кря-кря. Так, 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 все так. Было. Меньше 50 секунд. Ничего себе! Ничего себе, Вика рвет! И рвет, Вика, рвет, ударь. Вырывает просто. Вика в ударе. Вика да. Удар. Он здесь вообще классный. А, как выбраться? Что? Где? Где Вика? Вика, 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 Вика. Где я ты? Здесь, я тут. Я знаю, где она есть. Где? Знаю, где она может быть. То так, есть? Так, 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 ну же, ну же, не туплю. Ну может быть. Блин, протупил, протупил. Немножечко. Так, так, так. 15 секунд. 14. Нет, нет. 13. Все, 10 секунд. 9. 8. 7. Ты просто 5. 2. Да ну. Не нашел. Не нашел. А где ты была? Ничего себе. Я была как шимпанзе в дереве. Тоже серьезно? Блин. Я не знаю, Яри, как мы прятаемся обои в одинаковых местах. Капец, а где ты была? Я даже не ожидал. Я надеюсь, ты был в другом дереве, а не в моем. А где ты? Подожди, в каком она ты была? В маленьком. А, в маленьком, да. Капец. Я в шоке, ну молодец. Молодец, молодец. Супер. Я лечу к вам. Ну, и знаешь, ты сразу так, если кто-то один спрятался в дереве, ну, второй вряд ли, да? Вот сразу да. Так. Блин, ну молодец, ну хорошо. Мы же не сговаривались с тобой. Конечно, кто нет. Кто вас знает? СМСки, СМСки. СМС-ин. Да. Да. Было бы слышно. Ну понятно, да, понятно. Еще. Так, братва, давайте все в кучу и будем и... завершать наше чудо. Чудо вещи, чудо-прятки будем завершать. О, ничего себе, ничего себе, ничего себе. О, ё-моё. Каратель Фредди. Разминочка. Разминочка, разминочка, да, да. Так, ну что ж. У тебя видишь, какие друганы летают, ползают. Не то слово. Так, огромнейшее вам спасибо, друзья, мои дорогие зрители, что посмотрели этот ролик до конца. Мы реально благодарны, надеемся, что вам понравилось. Так что до новых встреч. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.